Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, для начала заглянем в инкубатор. Раджазавр забираем. До сих пор не понимаю, зачем он мне нужен. Ладно, вывели и вывели. Так, а вот здесь-то что у нас? Велоцираптор, надеюсь, ты уже закончишь? Да ладно, вы серьезно, что ли? До сих пор нет. Ну сколько можно терпеть-то, ё-моё, сколько можно ждать-то? Ну а ты? Вот, вот, другое дело. Хопочки, и сразу же мы его можем прокачать до какого там уровня-то? До 20-го, и, соответственно, сделать следующую эволюцию, но у нас нет с тобой 100 бакинских, чтобы это дело начать. Потому что велоцираптор никак не хочет прокачаться у нас, ты понимаешь? Он никак не может получить свою эволюцию. Блин, а ждать почти 2 часа. Ладно, давай-ка мы с тобой заберем, наверное, награды наши, которые мы тут уже успели заработать. Так, нам нужно потратить, по-моему, деньги, еду. Все это сейчас мы сделаем. И это нужно успеть. Подожди-ка, а может быть я сейчас зря буду делать? У нас же обновятся задания совсем скоро. Так, где это посмотреть-то можно? По-моему, тут. Подожди секунду. Так, сколько там... Блин, тут время не указано. Давай-ка мы посмотрим тогда по событиям. Так, нам осталось еще через час. Через час, ребят. Ну что, есть время, давайте быстренько. Просто шеймим там монстры биокупол. Что тут такое, давай посмотрим. Так, ох ты, ёк-макарёк. Ладно, быстренько-быстренько сейчас начнем. Значит, здесь нам нужен пещерник. Сюда мы возьмем с тобой. Вот так. А вот против гигантофия мы возьмем Келлинкина, да? Как раз наш страусенок, или кто он там, кондаренок, он будет валить эту змею. Я надеюсь на это. Ну, а пока, наверное, начнем с оплеухи. С мощной, хорошей оплеухи. На-ка тебе. Ну, давай, давай, давай. Не ерзай, не дергайся. Ну, естественно, он будет меняться. 100% тебе говорю. Ха. Видишь, взял кого? Индрикотерия. И думает... Что я не буду меняться. Да, вот нет уж, парень. И я-то как раз и буду меняться. И мало того, что я еще возьму бонус. Вот так вот. Ну и что ты сделаешь? Ну и что ты сделаешь? Поменяешься здесь только, да? Ну, естественно. Естественно, он меняется на свою змею. Гигантофию. Еще и делает удар мне, прикинь. Ну все, он напросился на офигенные неприятности. А ну-ка давай, мой... Келлинкин, выходи, родной. Так, сколько ему нужно сделать? Блин, 3 атаки ему нужно сделать, ребят. Как ни крути. Ай-яй-яй-яй-яй. Я думал, что он возьмет все-таки одну защитку. Но, видишь, я немножко не подрасчитал. Так, ну что, он, наверное, все сольет. Все 3 атаки. Это его большущая, огромная просто ошибка. Потому что сейчас мы ему сделаем очередную оплеуху. Вот так вот. И поставим с тобой... 3 защиты. На-ка, холоп. Все, как ты видишь, он лежит, отдыхает. А теперь Индракотерий, который соблазн будет. Ага. Нет, парень, вот тут ты промахнулся. Он все слил, верно? Верно. Значит, мы его сейчас добиваем. Вот как-то так все чисто, ребят, расчет. Но здесь проще сделать. Потому что здесь играет все-таки бот. А вот если против реального игрока, там ты уже его не просчитаешь. Там непредсказуемость. Там чисто фарт, удача. На шару, можешь так себе прикинуть. Ну что, первый поединок у нас прошел. Давай дальше. Опять Индрикотерий. Против него у нас будет выступать Мамонт. Против Эриматерия у нас пойдет... Уртинотериум, а вот против гигантского оленя. Неужели амфициона брать? Ну, наверное, придется его. Твою налево. Я не уверен, что мы здесь победим этим амфиционом. Но выбора нету. Вот приходится, ребят, рисковать. Амфицион, он у нас обычный. А олень, это у него все-таки легендарный. Как ни крути. Ну что, здесь одной оплеухи не хватит, к сожалению, чтобы уничтожить Индрикотерия.
хоть мы и оставляем ему всего 14 хп. Естественно, он сейчас будет меняться. И вот только на кого? Наверное, на Эрематерия. Нет, ты посмотри, это отчаянный был поступок с его стороны. Отчаянный просто. Потому что, смотри, я сделаю вот так. И наверное, вот так. Хорошо. У нас будет сейчас по нам повышенная атака. Видишь, какая? Сколько он сейчас будет сливать? Ну, с двух атак он меня не вырубит. Но, наверное, и... А, нет, все-таки стал ходить. Так, ну здесь, естественно, мы с тобой берем вот этого паренька нашего. Он одну атаку, да, бомбанул? Одну. Значит, одна у него в запасе, так? По итогу нам нужно всего лишь две атаки провести и сделать вот такой вот бонус. Да-да-да, готов парень. И вот этот самый северный олень выходит. Гигантский олень. 188 к атаке, то есть в любом случае нас он не пробьет. А я, пожалуй-ка, наверное, звездану. Причем все. И походу... Нет, не уничтожил, к сожалению. Но, как ты понимаешь, ему все равно здесь уже крышка. Что он своими там атаками хочет сделать, я не знаю. У него ничего не получится, а вот мы сейчас опять же ему делаем ответку. И все, ему кранты. И, соответственно, мы с тобой забираем честно заработанный пак. А уж кто там выпадет? Я, конечно, всегда надеюсь на легендарную карту, но может выпасть и самая обычная, простая. Что вероятнее всего так и будет. Ну что, поехали. Колесо призов, не подведи меня, пожалуйста. Ну почему не Фраракаса? Ну какой там Мегистотерий? Вот зачем он мне нужен? Ну ё-моё, ну... Ребят, там... Ну ты сам видел, да? Фраракас стоял рядышком, блин. Так, Лига Детеныш, это что у нас такое? Это игра через 3 дня. Хоть бы раз выпала мне вот эта карта, которая разыгрывается в качестве приза. Сколько мы играем с тобой в лигу, ни разу не выпадало. Так, ты успокоишься или нет, а, сегодня? Так, кстати, новости. Призов-то у нас нету? Нету, ребята. Кто-то сказал, Рэй, заходи каждый день. Ребята, я захожу сюда каждый день и забираю все призы, которые нам выдают. Так что ты не думай, я ничего не пропускаю. Значит так, следующее, что я хотел. Я хотел... А нужно ли мне это тратить все, а? Успеем мы, в принципе, да, наверное? Ну давай, быстренько с тобой соберем моды. Опять же, зайду, да? Или за деньги? Денег, в принципе, неплохо. Давай за деньги, наверное. Еды как-то маловато у нас осталось. Так, и что же нам с тобой тут достанется? Общая слабость. Общая слабость. Допустим, давай следующий. Давай-давай, эхо. Быстренько мне тут прошурши. И достается нам с тобой... Отвлечение. Ну, показатель одного противника на 15% или показатель всех противников на 15%, это большая, ребята, разница. Так, ну что, Вован, иди сходи пока. Мы здесь заберем с тобой вот эту вот награду. Собрать еды, принять ускорение. Ускорение, я даже не знаю, где нам с тобой ускорение. Там-то, по-моему, у нас все забито. Или все-таки, подожди секунду. Ускорение нам нужно сделать. И это... Да, мы здесь можем с собой сделать ускорение. Аланочку, например, можем вывести по-быренькому. Хоп, поместить. Так, и еще. Еще кого? Кто у нас там? Лимносцелиса. Ну, вот, в принципе, и все, ребята. Ускорение мы с тобой сделали. Так, забираем. Так, еда и ПВП сражение. Еда у нас готова. Вот так вот. И что теперь? ПВП. Ну, ПВП мы сейчас с тобой в любом случае сыграем, потому что... Потому что это как бы... Смотри, битва за выживание, землетрясение. Только амфибии. Да, мы будем сейчас с тобой играть за амфибии, да, а против нас будут летуны, я так понимаю. Нет. А, ну да, да-да-да. И вот что ты вот прикажешь мне делать здесь? Против кетцы кого ставить-то? У них же повышенный урон по моим.
Какая тут, блин, несправедливость. Ну хорошо, давай возьму деплотатора. У меня все равно выбора нету, ребят. Вот нет выбора, здесь тут 152 к атаке у него, да, идет. Берем бонус тогда сразу же. Деплотатор, на тебя смотрит вся страна. Все подписчики мои на тебя смотрят. Не подведи нас, родной. Я в тебе верю. Я все сливаю. Я просто хочу посмотреть. Прокатит? Прокатит. Все, ребят. Первая победа за нами. Отлично. Здесь, как говорится, мы не сдулись. Но это только первая победа. Там еще две нужно сделать. Ну и, соответственно, наверное, враг будет покрепче. Так, давай нам ДНК. ДНК лишними не будут. Поехали дальше. Так, Скафагнат и Пеликанептерикс. А слушай, а если я, например, сделаю вот так вот и... Ах, так тут... Блин, горелый. Блин, горелый. Вот что я тебе скажу. Ту-ту-ту-ту. Я даже не знаю, как и быть-то здесь. Наверное, надо вот так и вот так сделать. Ох, Скафагнат, блин, легендарка. Ну и как вот тут, скажите мне, чем можно драться? Придется кулазуха пускать под нож. Причем целенаправленно. Да-да, сейчас, наверное, убьют его сразу же. Нет, он выжил. Так, ну это хорошо, что он выжил, потому что мы с тобой сейчас опять же все берем на очки действий. Давай, трать, 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 трать. Ах ты, жук ты навозный. Жух ты навозный, ты посмотри. Ну давай я так сделаю. Давай сделаю так, посмотрим. Мне не нравится, вот эта политика мне уже не нравится, ребят. Твою налево, ну и что он будет делать? Ну давай я вот так вот сделаю, я посмотрю. Он должен расколоться, ты понимаешь? Он должен слить все свои вот эти вот очки действий. Вот, например, сейчас. Так. Сколько мы наносим? 138, да? 138 к атаке. То есть, получается, нам нужно... Он, у него, по-моему, 2 очка действий еще осталось в закромах. Как-то вот так, наверное, мы сделаем, да? И плюс... Пеликанептерикса здесь... Вот так я еще сделаю. Ну да, тут мы его ушатываем. Все, у него максимальное количество очков. Это 4, 4 очка действий, все. И вот как он сейчас ими распорядится. Твою налево. Друзья, я, наверное, блин, бомбануть его, что ли. Я бомбану, наверное. Все, кранты. Кранты ему. Фух, хорошо, что я рискнул. Хорошо. Так, ну еще один поединочек нужно нам с тобой отстоять. И тогда все будет оки-доки. Но кто там будет, сейчас посмотрим. Так, давай ДНК в карман к нам. Итак. Да ладно. Ну, это, ребята, изи. Что я могу тебе сказать? Только сделаю, наверное, вот так. И вот так. Принцип будет один и тот же. Кулазук у нас пойдет под мясо. А деплотатор это основной наш дамаг будет. Как будет так? Джесс, если он сейчас сольет всю атаку, он сливает ее. Он не убьет кулазуха, капразуха. А мы с тобой делаем следующий. Все опять же на очки действий. Вот сейчас он заерзает, мне кажется. Ну да, да, вот он начинает ерзать. Вот он начинает ерзать. Я тоже не буду рыпаться лишний раз. Вот, видишь, пошел слив. Пошел слив, он полностью все свои очки действий потратил. А нам нужно всего лишь две атаки. Всего лишь две атаки. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, выносим лук чертовой бабушки. Ну и сам понимаешь, да, выходит здесь этот Кеца. Ну, Кеца... Это вообще, для нас это ничто. И вот то, что он ничего не стал делать. Хотя, подожди, да, он ничего не стал делать. Он за это, естественно, расплатится своей жизнью. Вот и все.
Я думал, будет намного сложнее. Но нет, как видишь, у нас все получилось даже очень хорошо. И с этим я нас поздравляю, потому что сейчас будем с тобой забирать награду. Опять же, все зависит от чего. Что может выпасть? Ну-ка. А-а-а, тут же, блин, тут же по умолчанию дается этот, Кеца. Нет, или Кеца. Да, Кеца. Что-то я забыл. Опа, 325 очков доверия. Ребята, у нас... А у меня что, Кеца не был открыт? Ох ты. Тогда у меня... Что это тут у нас? Забрать. А что, обновилось что ли уже? Подожди секунду. Подожди секунду. Я не успел что ли? У нас обновились задания? Эй-эй-эй-эй-эй. Как-то... Точно, ребята, блин, я чуть-чуть не успел, ты представляешь? Так там же было написано 1:10, да с какого перепуга-то, блин? Ну вот, ребята, на часах ровно 3 часа дня. То есть, блин, ну пипец, я не успел. Я думал, сейчас мы с тобой успеем урвать, и ничего не вышло, к сожалению. Так, а это что такое у нас? Нужен синтез, это что такое? Чтобы открыть, необходимо слияние динозавров... 5 миллионов в плане. Так, велоцираптор у нас наконец-то завершил свою эволюцию. Так, 30 и 30. Окей. Так, ну я хотел глянуть на Кецу. С кем у нас... Опять у нас тут код горит. С кем у нас Кеца может... прогрессировать. Ну, с кем у него идет слияние. Кстати, янтарный рынок, ребята, у нас нам дали 50 тысяч янтаря. И поэтому мы можем спокойненько себе кого-нибудь приобрести. Ну, если будет такая необходимость. Вот я думал метриоринха вот взять. Только единственное, что не пойму, если его один раз открою, он у меня появится насовсем или... Ну, как тебе объяснить-то? Или я его смогу только лишь за янтарь выкупать. Ну ты понял, да, к чему я говорю? Давай проверим. Просто из любопытства. Твою налево, он еще выводиться будет. Проверил. Ну, в любом случае, метриоринха у нас нет, поэтому пускай будет. Что я хотел сейчас сделать? Опять что-то намудрил, опять забыл, что я хотел. А, Кеца, точно. Значит, смотрим, где у нас... Так, это Рэмфоринг. Кеца. Так, подожди, ну как это Кеца у нас не было? Он у нас был. Он у нас был, только вот я не помню, с кем он у нас эволюционирует. Вот же он у нас, Кеца. С птеранодоном. Вот что, я не понимаю. Если он у нас был, какого фига нам его дают открыть? А, ну там, наверное, не важно. Если ты просто выигрываешь, да, тебе просто как перед фактом ставят, что вот ты его получаешь. Наверное, так. Ну что у нас там по событиям? Давай-ка глянем. Остается только хавчик. Остается только хавчик для обычных. Тут Гац и Аланка. Гац и Аланка, значит, против них пойдет у меня аргентинозавр и бонитозавр. Поединки, слава богу, бесплатные, поэтому поехали. А то, что еду получим, она никогда лишней нам не будет, согласись. Ну что, аргентинозавр сразу дает оплеуху, причем хорошую. Отлично. И Гац немножко припупел. Я вижу по его физиономии, он немножко такой... Как так-то? Хвостом получил по своей мордочке пустоклювой. Все, ребят, наверное, сейчас мы его ушатаем, скорее всего. Отлично. Гац падает. И выходит Аланочка. 42 атаки, так что сидим спокойно и не рыпаемся. Бомбит, бомбит. Ну и сейчас мы ему 3 атаки, и он все. Гудбай, Вася. Отлично. В принципе, я другого и не ждал. Так и должно было быть. Единственное, что расстроено, что у нас с ежедневкой мы пролетели. Не успели. Вот что. Так, давай смотреть дальше. У нас стегоцефал плюс ютораптор.
Ну, здесь, естественно, нужно взять вот. Что я делаю-то? Я думаю, что пеликанептерикса одного хватит вот на этих двух. Подожди. Тут же у нас этот лимносцелис, конечно. Так, а кого бы нам сейчас с тобой сделать в эволюции? Пеликанептерикса или же все-таки велоцираптор до 40 уровня докачать? Как думаешь? Так, ну это рвем сразу же. Стегоцефал отдупляется. И выходит ютораптор. Ну, да, у него тоже всего лишь 99 атаки. Даже если он двоечку мне впишет, ну, максимум 300 отнимет, максимум. Даже 238. Ну, а ему, естественно, кранты, потому что у нас 229 к атаке. Вот так вот. Быстро и комфортно мы его запинали. Соответственно, переходим с собой на следующий, последний поединок. Так. ДНК в копилку. Кстати, 7000 уже ДНК, отлично. И тут ютораптор плюс стегоцефал. Ну, можно взять алангозавра и пеликанептерикса. Тут даже слишком заморачиваться не стоит. Как мне нравится расцветка вот у наших вот этих вот крутых динозавров. У гибридов. Да? Смотрится вообще великолепно. Яркие такие. Так, ну что, стегоцефал, ты на что-то рассчитываешь здесь, да? Я бы на твоем месте не радовался бы, но зря ты это делаешь. Все, сам себе подписал смертный приговор. А у него выбора не было все равно, в любом случае. Тут как ни крути, а звездюлей получишь по полной программе. Ну вот он и получил. Вот он и получил, а мы с тобой забираем еду. Еду и... Еды много. Ну, хотелось бы, конечно, больше, но самое главное, что очки доверия капают. И нам, ребята, еще тыщеночку, и мы с вами откроем золотой пак. Так, код. Код 19. Кто там у нас выпендривается? Нет, с этим я не справлюсь. С этим я не справлюсь. А что это такое тут вообще? Я не могу понять. Босс через 3 дня. Кто? Какой? Что за босс-то ходит? Непонятно. Время нанести удар? Так, это не для меня. Это не для меня. Не могу я пока никакие удары наносить. Давай, наверное, пеликанептерикса поставим на эволюцию. А потом уже сделаем и велоцираптора. Нет, ну если обновилось, почему здесь-то тогда не дали наград? Непонятно. Когда же мы с тобой получим 49 уровень, а? Да, больше нам пока, ну, тут вообще делать нечего. Все события, которые у нас были, прошли. И ежедневки, я так понимаю, нет смысла сейчас именно проходить. Так, где они у нас? Вот. Купить билеты, там использовать ускорение, еда, собрать моды. Нету, нету пока, ребят. Хотя в Канезовскую эру можно, в принципе, зайти и бомбануть разочек. Давай-ка сделаем, наверное. Канезовская эра. Раз. Надо разных обязательно брать. Что-то мне подсказывает, что это уже заведомо проигрыш идет. С такой-то командой. Да. Если бы я не брал бы, наверное, Гасторниса, может быть, у нас и прокатило бы. Но... Но тут нам крышечка. Причем офигенная крышечка. Да. Дэдди Курс, ты хочешь сказать, что ты мне здесь поможешь? Я что-то сомневаюсь. Сейчас тебя тут снесут просто в хлам. Две плюшки, и ты готов. Вот о чем я и говорил. Так, ну что, слоник этот выходит.
Да, ну, ребят, это смех. Ничего я тут не сделаю. Основные мои персонажи, как ты видишь, они просто уже были в отключке. Они были на откатах. Ну, главное, мне главное отчитаться. Да? То, что мы с тобой прошли это событие, и все. А там уже дальше по мелочи будет. Ну и что ты тут сделаешь? Да ничего ты не сделаешь. Даже если мы с тобой этого победим, Ханурика, нас вот этот олень уничтожит, ну, по-любому просто. Просто по-любасику сейчас распишет. Три атаки ему, как раз 300 нужно. Вот, сейчас он пропишет, и все. И пока. Да. Я не удивлен. Нисколечко. Абсолютно. Все правильно, все по справедливости. Но я проходил, еще раз говорю, для того, чтобы просто забрать награду. Так. И вот так. В следующий раз зайду, соберу моды, еду, монеты потрачу. И ежедневку эту сделаю. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!